известно, что доля сельского населения стремительно сокращается. Частичек, имеющих возможность работать на земле, все меньше и меньше. А основная масса людей превращается в горожан. Но при этом горожане тоже хотят жить за городом. И как совместить несовместимое? Большая проблема. Большие города, вмещающие массу людей, разрастаются. Более 90% горожан в развитых странах, и при этом горожане, устремляясь на природу, ее вытаптывают, и ничего от этой природы не остается. Понятно, что те люди, которые заняты сельским хозяйством, они занимаются благим делом, а вот горожане, которые ведут наступление на природу, ну, вот это большая проблема. Ну, моя презентация называется «Эйнштейн и городская жизнь за городом». Городская жизнь за городом – такой оксюморон. Ну, посмотрим, какие проблемы здесь возникают. Ну, в связи с развитием городов возникают брошенные деревья. Причем они возникают не только в России, они возникают по всему миру. Если населенный пункт не имеет достаточной массы, он постепенно деградирует и исчезает. При этом горожане стремятся на природу и говорят о том, что нам никто не нужен, что общение – это зло, и что вообще мы должны минимизировать свои потребности. Ну, известные примеры – Диоген, 350 год до нашей эры, Диоклетиан, 305 год до нашей эры. Это люди, которые уходили в природу, покидали общество. Ну вот ваш покорный слуга, который тоже имеет участничек за городом и стремится всеми силами туда, но это не получается. Это получается, что кто-то есть, а меня там нет. Вот такая вот фотография из будущей мечты. Все хорошо. Ну, это Павел Руженко, муравейник. Это такой взгляд на человечество, отшельника, который ушел в природу, и думает о том, что люди, они как муравьи, копошатся в своих городах, и что это зло. Но, тем не менее, человеку нужен человек. Если говорить о потребностях человеческих, ну, это классическая пирамида Маслоу. На всех уровнях этой пирамиды присутствует человек. Мы созданы для того, чтобы общаться друг с другом, точно так же, как и мы, точно так же, как рыбы, как все живые существа. Нам общение необходимо, нам необходим город. Но при этом в какой степени нам необходим город? Нам нужен не только город, нам нужна и природа. Мы балансируем на стремлении попасть в город и на своем стремлении попасть в природу. Но не то, и другое. Мы развиваемся. Нам нужно уединение, нам нужны сельские пейзажи, травка, коровки. Собственно говоря, та замечательная жизнь, которая живет фермы. Но при этом нам необходимо общение. Вот это один из интерьеров Сингапура. Это самое густонаселенное и самое востребованное место, где недвижимость чрезвычайно дорогая. Нам нужна индивидуальность, но одновременно нам нужен коллективизм. Нам нужен коллектив. Замечательные домики тиши, засыпанные снегом, это прекрасно.